В Югре стартовал чемпионат ночной хоккейной лиги. Торжественное открытие прошло в Сургутском ледовом дворце. На площадку для приветствия вышли представители всех 6 команд, принимающих участие в турнире. Право сделать символическое вбрасывание предоставили президенту Федерации хоккея Александру Сальникову и капитанам клубов, которым предстояло сыграть в матче открытия чемпионата НХЛ в Югре. Главный приз, напомним, путевка в Сочи на Всероссийский фестиваль хоккея. В Сочи получилось. Я не говорю, что мы выиграли там, но мы заняли по сравнению с предыдущим разом более высокое место. Поэтому хочется туда уже ехать и занимать еще более высокое, а лучше выиграть лигу. Там у нас лига будущих чемпионов была. В этом году в региональном этапе ночной хоккейной лиги сыграют 6 коллективов против 9, которые были в прошлом розыгрыше. 2 команды не смогли найти финансирование для оплаты взносов и будущих поездок. Сборная из Югорска не уложилась в сроки и не успела подать заявочный лист. Таким образом, участники проведут 3-круговой турнир. Половина из них представляют Сургут, это СКАТ Югра, Спарта и Титан, а также Нефтеюганск, рожденный в СССР из Лангепаса, и ночные мамонты из окружной столицы. У нас сокращаются плечи поездок. С одной стороны, обидно, конечно, что не все территории смогли вовремя заявить о себе и оформить все документы. Но уже есть как есть, что называется. Поэтому география такая. Вот, тут центр округа и восток округа, включая, конечно, и Сургутский регион. Поэтому, с одной стороны, жалко, что могло бы быть и больше команд, ну а с другой стороны, организаторам будет чуть-чуть полегче. Мы надеемся, что на будущую команд будет глобально больше, потому что все-таки ходит информация, что ночная лига, так скажем, даст амнистию тем игрокам, кто играли в свое время во второй лиге класса А. То есть ходят такие упорные, скажем, слухи и мнения, что все-таки хотят убрать это соревнование, которое было в советское время, преамбулой профессиональной лиги. Поэтому многим нашим игрокам, она у нас была очень развита, это вторая лига именно в Ханты-Мансийском округе в начале 2000-х годов, то это, конечно, у нас целые команды появятся.